Пример блокады, похоже, заразителен. По думанию, водители фур перекрыли трассу Киев-Одесса. Свыше 100 человек вышли на пешеходный переход, заблокировали дорогу в обоих направлениях. Главное требование митингующих – установить на трассе автомобильные весы. Дескать, перегруженные фуры добивают и без того разбитую дорогу. Собрались здесь в основном водители-предприниматели. Они говорят, что из-за ям им приходится постоянно ремонтировать свои авто, поэтому выгоднее их просто не перегружать. Поначалу участники акции пропускали все автомобили, кроме грузовых, но через некоторое время на трассе образовался многокилометровый затор, и проехать уже не смог никто. Уговорить протестующих разблокировать дорогу удалось только к вечеру, но и то не для всех. Автомобили, вантажные автомобили, которые там находятся, и которые визуально могут быть перевантажены, они пока еще ехать не будут, пока туда на место не доставляют ваги, и эти автомобили не будут зважены. Данная информация, она зарегистрирована Уманским отделением полиции. По канальному проведению информации я уточню.